Начинаем вторую часть новинок из магазинов «Экспресс». Первое, что покажу, это соль для ванн, лаванда. Соль Марий, доктор Соль Марий. Нажимайте на паузу, читайте. Да ладно, что тебе в руках течение донести одну штуку? Ну, что-то возьмешь. Господи, да что неудобно идти с банкой с одной штукой? Ну, у нас почему-то только лаванда. Больше нет. Извиняюсь за шум. У нас еще все раскладывают. Будут шуметь. Не вижу я. Следующие новинки — это кофейки, такие в виде домиков, пряничные, да? 99 рублей, состав доломит. Здесь отделение, куда денежки складывать. Рисунки разные, цвета одинаковые. Домики неаккуратно выполнены. У меня Влад бы еще лучше нарисовал, красивее и ровнее. Я бы такие точно не купила, они неровные. Может, так задумано, не знаю. По качеству, конечно, мне не понравилось. Защитный крем для рук новый. Вот с такой помпой удобной. Целебные травы. 5 трав. Календула, ромашка. Алоэ вера есть. Экстракт 7 трав. Мне из всех видов нравятся больше всего бархатные ручки. Перепробовала много, но кроме бархатных ручек больше ничем не пользуюсь. Такое я уже купила себе. Следующая новинка — это знак аварийной остановки. Новые виды детских канцелярских наборов. Мне кажется, самое интересное — это вот с кактусом и единорогом. Очень прикольные. В состав, как вы знаете, блокнот входит, ручка и наклейки. Вот такие. Наклейки разнообразные, декоративные, объемные. Еще такие наклейки с героями мультиков, смешарики, Винни-Пух, Человек-паук, тачки с принцессами для девочек, Микки Маусы. Кошечки. Спандер кистевой. Есть 5 килограмм нагрузка. Есть 10. Нужно выбирать. Смотрите, есть даже 15. И цвета отличаются. Состав силикон, конечно же.
Сумка Клатч. 199 рублей стоит. Выполнена очень даже неплохо. Внутри два отделения. Я бы даже такой купила. Классный. Расцветки разнообразные. Вот они, эти сушилки на батарею. Сделано в России. Нагрузка максимум 5 килограмм. И также вот эти коробки тоже вам покажу. Они разбираются, как вы знаете, собираются, очень удобные. Так, почему-то здесь не защелкивается. Такой размер 50 на 33 на 22. Можно ставить друг на друга. Также появился пергамент для выпечки от Freckenbock. Такая цена. 10 листов диаметром 36 сантиметров. Новые плюшевые блокноты. Они уже опять форматом побольше. Так, кто это такой? Собачка? Что-то не похоже. Бананчик такой. Так, сейчас скажу, еще там кто есть. Вот такой зайка. Только у него глаза какие-то косые. Еще вот такой. Сейчас покажу, что там за вид. Корова. Серенькая. А еще акула. Такие блокноты тоже новинка. Они такие мягкие. Поролонные внутри. Прикольные. Креативный блокнот опять. 96 листов. Цена, мне кажется, тоже завышенная для такого блокнота. Что здесь такого прямо сверхъестественного? За 199 не понимаю. В точку. С закладкой. Но такая цена завышенная, не знаю. Такой вид. Они вот прям нажимаешь, и такие мягкие-мягкие. С енотом. Это симпатично очень. Но я бы все равно не купила, за какую цену. Честно. С пандой. Черный, белый. Ну и вот они все виды. Зайцем, панда. Такая тема. Енот, медведь. It's coffee time. Good morning. Совушка. Все виды, которые у нас имеются. Закладки под цвет обложки. All of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. You're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost.
Ah.